Я его считаю, и не только я, живой легендой Тункинского района и Республики Бурятия. Действительно, это человек, которому уже столько лет, да, но он человек неиссякаемой энергии. Хотя ему говорят, что надо посидеть дома, нет, говорит, все. Буду жить, работать во благо нашего района. Вот 98 лет он вовсю еще помнит по цифрам номера сотовых телефонов. Это легендарная личность. Ну, он веселый достаточно. Добрый, всегда поможет, если как-то может. Ты рада, что у тебя есть такой прадедушка? Я очень рад. Ни у кого такого, наверное, нет. Пока там немцы очухались, понимаете, уже мы заняли оборону. Здесь снаряд разорвался, отсекло. Даже при таком ранении я не уходил от домашних дел. Внуков 11, правнуков 13. Я все время говорю, мой взвод противотанковых ружей укомплектован. Скоро на АТВ выйдет большой фильм о герое войны, легенде нашей республики, любящем отце и дедушке. Петр Степанович Демин в 41-м году был в составе огненного выпуска Кыренской школы. Он не забыл никого. 80 лет назад из Тункинского района на войну ушли несколько тысяч человек. Многие из них не вернулись обратно. Но те, кому это удалось, сделали все возможное, чтобы память о героях Великой Отечественной войны сохранялась и сегодня. Петр Степанович Демин внес огромный вклад в развитие Тункинского района, в образование детей. И благодаря ему тот самый огненный выпуск 41-го года не забудет никто.